Знаменитые композиции военных лет, песни, которые напевали в далекие времена солдаты-победители, прошедшие страшную войну, собрали в одном концерте работники Щелковского театра. Музыкально-патриотический урок, нацеленный на воспитание у молодежи чувства уважения к великому подвигу людей старшего поколения, не позволивших немецко-фашистским оккупантам завоевать нашу родину, прошел в школе номер 17. Естественно, мы будем говорить о известных, да, музыкальных композициях, которые звучали в то время, которые вдохновляли. Конечно же, «Прощание славянки», да, под которую все солдаты уходили на фронт. То есть будут звучать песни, которые звучали и на фронтах. В концерте уроки приняли участие музыканты Щелковского эстрадно-духового оркестра и певцы Виктор Суходос и Екатерина Мелихова. Концертный музыкально-патриотический урок назвали «Подвиг времени не знает». Помимо песен, в нем прозвучали небольшие информационные выступления, в которых слушателям напомнили о главных событиях Великой Отечественной войны, о ее начале, о битве за Москву, о выстоявшем блокадном Ленинграде. Помогали вести музыкальное мероприятие юные слушатели театральной студии. Мы бы хотели донести о том, как было сложно людям во время Великой Отечественной войны. Ну, мне бы хотелось, чтобы они вошли в эту обстановку, если так можно сказать. Мне хотелось, чтобы они прониклись этой темой и поняли, что лучше жить в мире, никогда не воевать. Завершился концерт-урок песней, которую одновременно пели и исполнители на сцене, и зрители в зале. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.